Давай ноги подержу. Миленький, я не хочу. В чем дело? Надоел ты ей, елкабу. Ая, иди сюда. Так. Ну что, еще по одной? Давай. Будь здоров. Угу. Записываешь? Ах ты, падла! Я вам говорю, что ты стукач! Ах ты, падла! Стукач? А, твою мать, кончай его! Сейчас! Ты меня снова запишешь! Готов! Ты еще когда говорил, что он стукач? А мы смеялись. А где его пиджак? Да это же Кир! Иванова, Орехова, Зуева. Накладные на хлопок наверняка фальшивые. И опять монету на шею одели. Серебро, наверное. Не видел такой никогда. Уже на четвертом тропе находим. Вы выяснили, что это за монеты? Это не монеты. Так, самоделки. Почему же эти самоделки мы находим только на трупах? Не знаю. Вероятно, предупреждение приговоренному к смерти. Ну, а вагоночки? Вагоны с хлопком. Для кого Кир искал покупателя? Мы должны были взять Киры при продаже хлопка. Вы, очевидно, об этом узнали. Информаторов у вас хватает. Дело о хищении хлопка вас у крупных размерах придется теперь закрыть. Так сказать, за смертью основного свидетеля. Кира. А тебе предложили это убийство взять на себя. Дескать, много не дадут. Убийство неумышленное. Превышение пределов самообороны, да? Отсидишь год-два, не больше. Так тебе объяснили. Чистый соловей. Начальник. Замуж бы тебе. Так вот. Годом двумя не отделаешься. Тебя обманули. Экспертиза показала... Убивали трое. Причем убивали зверски. Убийство умышленное. Год-два, говоришь. 10 лет минимум. А мне все равно. Да? Не поймешь ты. Ну, конечно. Зато я главное понимаю. Ты не Елкабов и не Кир. Что у тебя с ними общего? Как ты к ним попал? Чем они тебя так крепко повязали? Кир Кулыев, на кого работал? Ну? Жаль тебя. Такую мясорубку суешься. Ты меня не пугай. Сам ты тоже боишься. Я же просила не мешать.
это мне. От кого? Вот теперь мне действительно все равно. Так. Ладно. Жаль мне тебя. Хватит. Подпиши вот здесь, что беседовал с заместителем прокурора. Сама в петлю лезешь. Спасибо. Спасибо. Спасибо и до свидания. Я не насильник. Очень надеюсь, что ваше чистосердечное признание позволит суду смягчить вашу участь. Ничего ему не позволят, твоему суду. Ну и куда ты пойдешь с этими признаниями? Я бы сказал, куда. Они же все здесь купили. И мою тюрьму, и твою прокуратуру. До свидания, черный. Дежурный! Выключи. Это ж до чего мы докатились? Бензин выпрашиваем для прокуратуры. А возьмите запчасти. Чё спекулянты выпрашивают? Ну, на что же это похоже? Пойду взгляну, зачем очередь. Да-да. Сообщит Елкабову.
Мое дело обеспечить приемку на станции. Я понял. Проверь еще раз товарные знаки. 026-406, 026-659, 026-091. 091, да. Смотри, что это? Ах ты, господи! Что произошло? Кто? Кто это сделал? Что кто? Я же вам говорил. Ты хочешь сказать? Сейчас не порядка, нет, не запчастей. Что не знаешь, в чем дело? Димичи, что ты ремонтируешь? Все на соплях держится. Уволюсь! Тёхали мы Бакин. Приехали. Здравствуйте. Здравствуй, дочка. Поздно с работы приходишь. Что творится? То воду отключают, то лампочки в подъездах бьют. Милиция почему-то целый день вокруг нашего дома ходит сегодня. Люди говорят, что преступники из тюрьмы разбежались. Еще раз парные знаки. 026-406, 026-659, 026-091. 091, да? У нас там немецкий гарнитур есть, как его, консульский. Поставь квартиру нового начальника управления внутренних дел. А если он откажется? Потому и поставь сейчас, пока он не приехал. А он поймет, что это аванс? Поймет. Потом. Когда я его попрошу обслуживать. Алло? Ну? Да, заказывала. Алло? Кто Ашхабад? Такой умный, придумал Рустам! Вам я слушаю. Скучно. Завязывайте. Алло? Еще раз, нет, повторите. Не тяни грабки, не твоя. Ая, иди сюда. Садись. Сядь, говорю. Аечка, кто тебя привез сюда? Не помнишь? Какие тапочки красивые. Кто тебе их подарил? А? Морзилка. Он часто навещает тебя. У меня скоро тени французские привезет. Аечка, я тебе хочу фотографии показать, там твои знакомые есть. А я посмотри внимательно. Это не Мурзилка? Ты никого не узнаешь на этой фотографии. Кто это?
и сауны. Елкабов. Аечка, я сейчас включу магнитофон. Вдруг ты узнаешь чей-нибудь голос. Ты узнаешь кого-нибудь? Ай! Айя! Что с тобой? Айя! Ишь, чего захотела? Весь аппарат строим в колонию? Нет, на это я санкции дать не могу. Да они же все преступники. Совершенно обнаглели. Полное презрение к закону. В открытую пригнали 9 вагонов. С ворованным хлопком. С ворованным? Да, с ворованным. Вот, пожалуйста, почитайте сами. Опять Елкабов. Он у них казначей. Мне нужна санкция на его арест. Нет, санкции не дам. Берите с поличным. Ну, нет у нас на это времени. Сколько, по-вашему, они будут здесь держать вагоны? День-два, не больше. Появились фигуры, ранее нам неизвестные. Я хочу, чтобы вы сами прослушали. Да. Кассету хочешь мне дать? Ну, ту самую, что тебе Черный в камере передал. Уже доложили. Ну и методы у вас. У меня? Государство защищает себя любыми способами, даже самыми неблаговидными. Вот как? И какие еще методы могут быть применены ко мне? Разнообразные. Материалы твоего расследования уже затребовал обком. Забеспокоились. Но вы же не отдадите. Да. Конечно, отдам. Вы не имеете права. Ты думала? Что ожидает тебя, если расследование этого дела будет продолжаться? Ты готова рисковать собой, своими друзьями? Испугались, Игорь Николаевич? Не понимаешь. Ты нас всех заездила. Дай тебе волю. Ха, не понимаю. Обязательно выбери дело, где почти нет свидетелей. Где можно подозревать всех и практически никого конкретно. Это дело явно бесперспективное. Да и опасное, наконец. Потому что, копая дальше, ты можешь выйти на таких людей, а доказательств не будет. Если все так, как ты говоришь, то противостоит тебе очень эффективная организация, мафия. Да. В таких делах свидетелей обычно не бывает. Есть только жертвы и соучастники. Игорь Николаевич, а вы сами кто? Соучастник? Ха, как у тебя все просто, девочка. Смотрите, Игорь Николаевич, вагоны. Останови. Идем. Все верно. 9. Ложись! Охраняю. Все ясно. Ну-ка, давай назад. Игорь Николаевич! Назад, говорю! Опергруппу, срочно! Во всем боевом! А где же вагоны? Успели отогнать, Игорь Николаевич!
осмотреть все пути. Меледов, на четвертый путь. Диспетчер, зайди. Капитан Бабакулов, обеспечить личную охрану майора Бакиевой. Да, с этой минуты. И смотри, чтобы ни один волос головы черного не упал. Ясно, что никакой хлопок здесь не горел. Все это для отвода глаз. Вам телефон там. Спасибо, продолжайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Он мне звонил. Сейчас дойдете. Живая? А мне говорят, машина у тебя взорвалась вчера. Нет, похороны откладываются. Ого! Пожалуйста, он вас ждет. Здравствуйте. Халима Бакиевна. Видела, Сахатов приходил. Знаешь, конечно, его. Отвратительный тип. Сестра у него районный прокурор. В нехорошую историю попала. Обнаглели. Совсем совесть потеряли. Ну, такие люди привыкли к безнаказанности. В том-то и беда. Ну, как дела? На работе, надеюсь, все в порядке. Все в порядке. Все хорошеешь. Ох, смотри, украдут, не дождется тебя твой Рустам. Ну уж, украдут. Не боишься? Рустаму вряд ли понравятся твои отношения с последственным черным. Вас неверно информируют. Вы меня оскорбляете. Плохо, что порочащая информация вообще поступает. А верна она или не верна, другой вопрос. Я-то уверен, что это не так. Но от дела черного тебя придется отстранить. Но он уже начал давать мне показания. Черному больше. Близко не подходи. Чтобы толпа трепала. Честное имя работника прокуратуры. И коммуниста. В общем, вопрос решен. Знаешь, какие материалы на тебя поступают? Угу. Я им хода не даю, пока я здесь. Шуры-муры с подследственным — это не только твое личное дело. Да. Что? Ерунда все это. Слушай, тебя мама в детстве не роняла? Ни в коем случае. В общем, ты понял. Нет, сейчас не могу, нет. Заезжай вечером, поговорим. Ветряными мельницами борешься? Нет, теперь осечки не будет. У меня все нити в руках. Ты всегда так говоришь. Ничего подобного. На этот раз я столько раскопала, что меня пытаются отстранить от следствия. Верный признак, что я у цели. Верный признак. Свидетели нужны. Свидетель у меня есть. Ялкабов сегодня точно придет? До валикюра. Угу. Он этот день лучше меня помнит. Отдашь деньги, крикнешь. Кофе готов. Опергруппа сидит у дверей. Спокойно. Потом мы тебя пригласим. Клиентов распугаете. Я
Шампанского, холодного. Не так, как в прошлый раз. Как насчет привета на ночь? Новые кадры? Так как? Не волнуйся, дорогой. Будет тебе люкс. На одну ночь или две продержишься. Пожалуйста. Смотря какое. Ну, нам плохого не подадут. Гасанов. Я люблю сладкое. Я же сказал тебе. Замени. Выйдем. Вы посидите. Я ненадолго, скоро вернусь. Помогите, ребята, застрял. Свои как-никак. В нашу машину, пожалуйста. Портативные магнитофоны в упаковке 2. Видеокассеты 16. Магнитофонные кассеты 22. Документы. Потом перепишешь. Деньги, эти в банковскую упаковку, пересчитаешь отдельно. Наличие денег, меченных РБХСС. Подтверждаю. Гасанов. А? Эти деньги вы передали Елкабову? Да. Елкабов, вы признаете факт получения денег от Гасанова? Нет. Деньги-то мечены, Елкабов. Ладно. Изъяты документы. Удостоверение инспектора БХСС, членский билет Союза журналистов. Да вырубит эту порнуху. Народный контроль. Ударник коммунистического труда. А это зачем? Маскара. Ну да. Как у вас погоны? Даю 50 тысяч. Что, не освободите? Увидите арестованного. Все свободны. Ублюдок. Гасанов, спасибо. Опять выкрутится. Вы должны были взять его с поличным, товарищ Валиев. Операция тщательно готовилась. Похоже, что
Они знают о наших планах не хуже нас. Утечка информации из вашего отдела, товарищ Валиев. Может быть, вы меня имеете в виду? Может быть. Разрешите идти? Идите. Ну что ж. Хорошо. Ткацкие фабрики под контролем? Угу. Все фабрики под контролем. Хлопок еще в пути. Зря ты так с Валеевым. Я в нем абсолютно уверен. Я тоже была уверена. Но чтоб столько провалов. Может быть, все-таки отстранить его от этого дела? Хм, нашего лучшего опера. Утечка информации. С таким же основанием можно подозревать всех, любого. Да, да, да. Ты прав. Конечно же, несправедливо я к Валееву. Но ведь что происходит? Откуда им все известно? Ая исчезла. Увезли ее из больницы. Когда? Сегодня. Я проверю адреса Черного. Приставь ко мне надежных людей. Видели? Ты зачем сюда на машине приехал? Любопытный ты, Камеков. Поворачивай. Ну да, Аей зовут. Вот сюда он ее привез. Говорит, племянница нашлась. Странная такая. То смеется, то плачет. Ну что, ребят, ну что? Ребят, ну что, в натуре? Алло. Алло. Ты что в милицейской машине делаешь? Мне Мурзилка разрешил. Может, в город повез? Да ты вечером приходи, вечером они будут. Джинсы хочешь? Нет, нет. О, Монтана. 10 лет носить будешь. А вот куртка к ним. Самая модная. Ты же за товаром пришла, в магазине такой не купишь. Вот она! Вы что? Она из винтовки вынюхивать сюда пришла. В порядке пришла наводить. Пошла бы здесь на свалке, ни воды, ни света. Траво, оставь ее здесь на неделю. Смотри, какие менты бывают. Я мечтал мента трахнуть. Ты кого ищешь, девушка? Может, меня? Ну, раз пришла, здесь останется. Взять ее в оборотку. Да. Вот тот. Пусть скажет, зачем пришла. Колись, сука! Да что вы на нее смотрите? А что у нее? Сейчас посмотрим. Да и серьги ничего. Снимай вместе с ушками.
Ну что за дикий народ? Разойдись! Ну, живая. Ну, куда поедем, девушка? Пристают, оскорбляют, снимают скрытые камеры и развлекаются животные. Кто тебя обидел? Айхан, ты меня с детства знаешь, ведь я сильнее их всех, правда? Ведь это все потому, что я женщина, баба, ничья, не могу. Рустам, твой когда приезжает? Розы? Срочно группу захвата на Хивинскую. Слава богу, ты жива. Ты где? Да были уже. Нет, девчонки, нет. И товаров тоже никаких нет. Увезли уже. Да, да, на машине Широв приезжал. Какой ты шикарный. Прошу, кофе тоже шикарный. Камеков. Похоже, что серьезно. А мы его на Хивинской искали. Денег Елкабову ты не давал. Что? Вот паразиты. Денег Елкабову ты никаких не давал. Ты понял? Знаете что? Я этого вашего Елкабова покрывать не собираюсь. Что? Вы хотите, чтобы я на него работал, да? Чтоб давал ему каждый месяц по 1000? Повторяю, Елкабову денег ты не передавал. Ты меня понял? Я должна вас допросить. По какому поводу? По поводу убийства милиционера. Попрошу, заходите по одному. Я этого не видел. Когда я сделал круг и вернулся, Камекова не оказалось у 16-го дома. Мы патрулировали в разных концах, в разных. Опять врешь, Широв. Тебя с Камековым вместе схватили, Гильдеев видел. Куда вас повезли? Он бросился на помощь, только не успел. А то бы ему крышка. Взгляните-ка, товарищ Кудырянов.
Где ты был вчера в 23:30? Дома, говоришь? Но в 23:30 ты попросил закурить у сторожа ресторана после того, как ты закопал труп своего товарища. Я не убивал Камева. А девочку куда вы увезли, Мурзилка? Вот туфельку нашли в нашей машине. Сплоховали. Куда? Куда, Широв? Фараб. К родственникам. Бумагу ему, пусть напишет все, как было. Ой! Ты что делаешь? Зиара, держи его! Эй, черт, капитан, да, капитан! Валиев! Хватит с него, хватит! Капитан Валиев! Халима Бакиевна! Вас к телефону! Остановите его! Что, из тюрьмы? Не отпущу. И на один день не отпущу. Что значит сын ректора? Велигу Мадвич, ну и что, что юбилей? Не отпущу. Обком забрал материалы на Елкабова. Не могу получить обратно. А тут еще КГБ вмешивается. Черного сами допрашивают. Свои тоже суют палки в колеса. Худой Берянов, ты делаешь официальное заявление? Что значит свои? Кто тебе мешает? Кто? Подавай рапорт. Вот. Пиши. Ну, назову. Что изменится? Как я с ними дальше работать буду? Только лишних врагов наживу. Ты от всех требуешь подвигов. Я требую, чтобы мои сотрудники поступали по совести. Я поеду за Аей. Помоги мне, Розе. Проходите, он вас ждет. А где он? Сейчас будет. Жалоба к Халиме попала, к Халиме! Плевать я хотел! Ты же обещал, это моя сестра! Дело взяла Халима, понимаешь? Ты что, ее не знаешь? Как с ней договориться? Так за что мы тебе деньги платим? Ишак, если бы я тебя не покрывал, ты бы давно в тюрьме сидел. Это я тебя покрываю, не можешь паршивую жалобу присечь. Да пошел ты вместе с нею. Ну что ты с ней сделаешь? Она же ненормальная. Сделай что-нибудь. Для этого мы тебя здесь и держим. А, ты уже здесь. Запомни, не оставишь сестру в покое, пожалеешь, шею сверну. Халима Бакиевна, проходи. Слушай, дело есть. Займись-ка сестрой этого хама. Прокурора взятки берет. Вот жалоба на нее. А почему они не в прокуратуре? Мы их немного задержали, проверяли сигналы. Женщина, туркменка, так опозорить свой народ. Наверняка.
Кана попытается вас подкупить. Значит, если сигнал не подтвердится, вы будете считать, что я взяла взятку. А если подтвердится... Что это с тобой? А сигнал подтвердится. Поезжай в Фараб. В мясорубку суете. Я не поеду. То есть так это вы не поедете? Мы рассчитываем на вашу принципиальность. Вы совсем на другое рассчитываете. Папа! Подвинься! Оселись. Иди оденься по-человечески. Халима, тебя к телефону. Вот тёлка. Что работа есть, что забава. Как видишь, я не поехала. Устала. Да, ты был прав. Останешься у нас? С матерью. Боится. Ты помидоры помыла? Опять звонили? Звонили. Сказали, что тебя сожгли вместе с машиной. А меня не сожгли, как видишь. Как ты считаешь, меня можно разлюбить? Рустам мне не звонил? Нет, твой Рустам тебя не любит. А вот и любит. Любил бы, давно был бы здесь. Нет, а почему? Не надо. Рустам. Ах.
Я тебе не Рустам. Очень рада, что ты замуж выходишь, Аечка. Раз он тебе нравится, ты его давно знаешь? Очень давно. Мы учились вместе. Ты мне сегодня важные вещи сказала. Спасибо. Вы тете тоже ничего не говорите. Я никому ничего не скажу. Спасибо. Пойдем за стол, дочка. Чай готов. Мясо с огня снимите. Очень хорошую семью отдаю. Пусть счастлива будет сиротка. Ой, это тебе Мурат подарил. А ты гуль пришла. Успела, слава богу. Здесь прокурор, здесь. Здравствуйте. Здравствуй. Присмотрите пока, ладно? Хорошо. Поспеши. Иди к Мараладжи. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы прокурор? Заместитель прокурора. Кто? Заместитель? А я Артыгуль Курбанова. Это я писала жалобу на Сахатову. Слушаю вас. Говорите. Мой сын Гулам. Он это в тюрьму попал. Дурак, девушку украл. Я Сахатовой 3000 дала. Деньги взяла, сына не отпускает. Может, мало дала. Это же взятка. Какая такая взятка? Сына надо спасать, понимаете? Меня твой отец украл. Разве я на него жалобы писала? Я ему детей рожала. Сахатова пришла. Товарищ прокурор! Товарищ Сахатова! Сыночки, это наши товарищ долго прокурор. Сидеть будут, а? Ведь они уже 3 недели сидят. Отпусти отпускать его. Отпускать надо. Да вы что? Что да значит отпустить? Мы все понимаем. Поступила жалоба. Мы заведено дело. Ой, я вас вызову, ждите. Анна, в счастье. Ты что, тихо! Базаров, наведи порядок. Ой. Ну вот, бабушкин ковер продавать придется из-за этого ишака. Перестань. Помолчал бы. Вот когда дадут тебе 8 лет, тогда узнаешь. А? Уже знал, что Химра дурачок не откажет другу. Курбанова. А? Прокурор зовет. Базар, нам во двор надо. Потерпишь, не умрешь. Базар, ты меня знаешь. Ну ладно, пойду спрошу. Спроси у прокурора, писать нам или нет. Сказала? Что сказала-то? Сказала. Сколько? Сколько? Отойдем. Еще 7000. 7000 кричал на меня. Жалобу не забери. Не пиши больше, черт меня попутал. Здрасте. Вот. Что вот? 7000. Заявление, жалобы, просьбы. Секретарь принимает. Оставьте ей. А... Секретарю почему? Я вам принесла все, как вы сказали, без обмана. Все материалы, все, что у вас с собой, оставьте секретарю. Всего хорошего. А, понимаю. Секретарю эти материалы оставить. А. Давайте. Считать будете? Не было никакой взятки. Не было. Не знаю я ничего. Ставьте меня. Послушайте, отпустите меня. Мне ребенка надо из садика забирать.
Да и старшая школа сейчас придет. Иди, иди. До завтра. Можешь пойти как соучастница, Сильви. Не хотелось бы мне этого. Да что вы мне угрожаете? Что вы понимаете? А вы представляете, каково одной двоих девчонок растить? Да если бы не Сахатова, мои дети сгущенного молока в жизни бы не увидели. Вы колготки детские пробовали достать, м? А в садик, когда-нибудь ребенка устраивали? Брат Сахатовый. Ты за мной. А вы тут. Он меня теперь вообще убьет. Кошелек или жизнь? Он радикулит проклятый. У вас очень тонкий юмор, товарищ Сахатов. Знаю. Сергей, иди домой. Я поработаю еще немного. Я тебя подвезу. Не надо, мне еще в садик за дочкой. И в садик отвезу. Садись в машину. Ну. Все под мою сестренку копаешь. Смотри, народ тебя не поймет. Скажут, две кобры из-за куска грызутся. Нужна тебе такая слава, подумай. Здрасте. Здрасте, где кабинет Калимы Бакиевны? По коридору. Спасибо. А, здрасте. Здрасте. Мне Калиму Бакиевну видеть надо. В чем дело? Представляете себе, меня с работы выгнали за это Дзилкабова. Посмотрим. Извините. Здравствуйте. Где наша мама? Мама? Ушла. Вы учитесь, Ильби? Да. Она давно ушла. Пойду ее поищу. Шла ее дома. Потом за кулинаркой сад ходила, а ее все нет. Вы посидите здесь, а я ее приведу. Сильно никого не держит. Сахатов! Я говорю, отпустите ее! Я милицию позову! Есть уже милиция. Помогите! Домой захотела. Ступай! Сахатов! Не утонь! Я зажгу ваши машины! Отпусти женщину! Убью, забирай! Лодка на твоем берегу! Ага, правильно, сама плыви сюда, для компании. А что нам баб не хватает? Заходи, гостю будет. Будет. Ага, заткнись. Ты еще барахтаешься. Уйми ее. Я так думала. А, Жень, зайди сюда, лапочка. Ай! Ай!
я ж тебя предупреждал. Не суйся в наши джунгли. Ты почему старших не слушаешься, а? Ну что ж, тем лучше. Уймите, Сахатов. Вы сами под прицелом. Вас, по-моему, просто подставляют. Меня они хотят убрать, все это понятно. Но почему вашими руками никогда не задумывались? У тебя все. Материалы на вашу сестру мне предложил ваш обкомовский приятель. Сам предложил. Допустим, вы меня убьете, и концы в воду. После этого вы у него в руках навсегда. Убирайся. Еще встретимся. Нельби, пойди сюда. Нельби, если поедешь с Халимой, завтра здесь будет твоя дочь, запомни. Сильви, поехали! Сильви, поехали! Сильби! Я не поеду! Я сказала, не поеду! Оставьте меня в покое! Хватит, помолчи! Сильби! Убирайтесь! Это все из-за вас! Я сам. Что? Что ты говоришь? Тебе плохо? Делает уколы. Доктор. Спокойно. Здрасте. Здрасте. Мне Халиму Бакиевну надо видеть. Ничем не могу помочь. Я случайно узнала, что вы путали с Евелиной. Что это у тебя с голосом? Самые важные свидетели исчезают. А вы? А вы убираете меня из прокуратуры? В обком, голубушка, в обком. Что это там принесло? Убирай сюда. Хорошо, одышка вроде бы отпустила, почаще бы ты меня ругала. Лима, уходи из прокуратуры, я тебя больше не смогу защищать. Да вы что? Я не могу уйти. Они убьют тебя, Халима. Нет. Может быть... Понятно? Конечно, может быть. Только мне стыдно, если они подумают, что я их боюсь. Мне даже страшно подумать, если они решили, что мы перед ними бессильны. Перед властью мы бессильны, перед властью. И при коррумпированном режиме законы бессильны. И дело тут не в личной храбрости. В том-то и дело.
не власть мафии, а власть наших желудков, карманов, теплых постелей. Заставляет нас врать, изворачиваться, предавать. Это ведь не грех, хотеть хорошо пожить. А я не могу хорошо жить, когда меня унижают. Вам, Игорь Николаевич, я позову врача. Привет. Здрасте. Здравствуйте. Вы Колесников? Колесников уже не работает, на пенсии. Республиканская прокуратура, соедините меня с Юнусовым. С Юнусовым. Алло. Здравствуйте, Мирет Юнусович. Это Бакеева. У меня очень срочное дело, Мирет Юнусович. Да. Дело связано с хлопком. И рядом ответственных лиц. Вы завтра не могли бы меня принять? В среду? Мирет Юнусович, а если завтра? Алло! Алло! У вас нет пропуска, я не имею права. А вы скажите, что Сильби приехала из Фараба. Он знает по важному делу. Пожалуйста. Вы что, не понимаете? Сколько можно объяснять? У него все расписано. Не примет он вас просто так. Ну, помоги, брат, я тебя прошу. Здравствуйте. Вы меня не помните? Я Сильби из Фараба. Вы у меня в гостях были. Неужели не помните? Здрасте. Вы у меня в гостях были. Вы еще говорили, что всегда поможете. Вот, вы тогда монету обронили, а я на память взяла. Неужели не помните? Я только на вас Машина надеюсь. Машина подана, Тельман Атаевич. Тельман Атаевич! Никакого уважения. Обещал, кобель проклятый. Идем. Какие песни пел. Это его монета? А вам-то что? Никому из вас не верю. Ни одному следователю, ни одному прокурору. Все вы заодно. Куда я поеду теперь? Домой я не вернусь, пока не уберут Сахатову. Чтобы убрать Сахатову, нужны твои показания. Во что вы меня втянуть хотите? Сахатова свои делишки моими руками обтяпывает, а вы свои, да? Сама во всем виновата. Променяла совесть на сгущенное молоко. Спасибо, Кадер. Дальше я сам. В случае чего я у тебя? Ты мне сегодня важные вещи сказал. Спасибо. Значит, ты остаешься здесь меня? А я утром в Ашхабад. Айхан, в чем дело? Халима, повторяю, это очень, очень опасно. Да что опасно? Дело Сахатовой у тебя? Но у меня. Прошу тебя, оставь в покое эту семейку. За ними стоят такие силы. Какие силы? Айхан, кто с тобой говорил? Кто? Я думаю, прежде всего, о тебе, о твоей безопасности. Ясно. Халима, ты же понимаешь, что мною... Трусость. Халима, да как ты... Ладно, можешь, Айхан, что ты прощай. Говоришь? Выслушай меня внимательно, Халима. Thank you.
версии убийства? Да, самоубийство инсценировано. Ты заявление якобы ей оставлено. Тоже будь здоров. Кому адресовано заявление убитой? В республиканскую прокуратуру Юнусову. Пишет, что все ее показания ложь. Оговор под давлением. Будто вы ей угрожали. Почерк идентифицировали? Да. Сельби писала. Заставили. Явные следы побоев. Заключение экспертизы уже есть? Не знаю. Я вам не сказал. Мне сразу же после этого сообщили, что я делал. Вот ты где. Наконец-то дождь. Столько лет простоять вот так с поднятой рукой, и все зря. Почему ее не уберут? Ответ получил из республиканской прокуратуры. Так. Судить меня будут. Мерзавцы. Вот так. А в чем они тебя обвиняют? Целых 6 пунктов. Вот, прочти. Недопустимые методы ведения, злоупотребление положением. Если ты их не раскрутишь, они меня в порошок сотрут, и не только меня, всех. Весь похищенный хлопок обнаружен. Кто? Валиев. Он же выследил всю цепочку. Создана новая опергруппа. Причем в Ашхабаде. Тебе надо поехать в Фараб, разыскать Айю, а то ее уберут. Подожди. В Фараб я должна поехать. В поисках свидетелей по делу Сахатовой. Но после смерти Сельби вряд ли кто даст показания. Значит, у меня теперь никого, кроме Аи. Проходите за стол. Благодарю. Пожалуйста. О, наш прокурор. Здравствуйте. Помогала всегда. Я твоего сына освободила, и гулам бы вышел, да вот это мешал. Суду свой нос сует. Она и племянницу твою позорит. Мужчинами перед многими была. Он это... учит ее на людей клеветать.
вообще, зачем нужно было одному их преследовать? Он же понимал, что они вооружены. Вы плохо его знали. Он столько раз в таких ситуациях бывал. Ну и вот. Вчера очередь из автомата в живот. Да. Велиев его звали? Валиев. Диарат Валиев. Он будет служить как раб. На престоле мне не раб нужен, а наш человек. Ну, шеф, наш человек. Надоел он мне твой шеф, тоже мне президент. Накиньте на него грабли и баста. Не понял. Сам депутатом могу стать. Выбери способ подешевле. Не мне тебя учить. Тебя столько списов под боком. Ты меня понял? Глыба не отдаст Сахатова следствию. Очень многих за собой потянет. Пока вагоны под его прикрытием, Сахатов на коне. Шакал. Может, сестрицу его прижать? Сахатову? Она сама всех держит под колпаком, благодаря. Ты, оказывается, дома. А к тебе приезжали и сказали из Ашхабада. Высокий такой. Мачка. Не Рустам. Рустама твоего я знаю.